когда выигрываешь, всегда есть настроение. Ну, к сожалению, одну игру проиграли, но это все осталось в прошлом. Сейчас все эмоции и вся сила должны идти только в Спартак, путные дела. Игра покажет и матч покажет, как будет матч развиваться, потому что Анкара серьезная команда, хорошая, сплоченная, и я думаю, что нам придется не так просто этот матч выиграть, как и все предыдущие матчи. Будет тяжело, но это футбол, все сделаем возможное, чтобы выиграть. Тройнее, четвернее, и еще игры впереди. Я думаю, что это не последний матч на нашей арене, у нас еще впереди матчи, так что только все начинается, еще 4 игры, которые надо отдать силы и выиграть, чтобы уехать в отпуск в хорошем настроении и с хорошими эмоциями отдохнуть и готовиться к следующему сезону. Но сейчас все мысли о Анкаре и не о какой другой игре. Силы отдадим, конечно, чтобы порадовать болельщиков. И все играют в равных условиях, и у кого больше характера, наверное, сил, тот и побеждает, и выигрывает.